сам с холодильник. Холодильник неплохой, ну, можно сказать, обычный. Мне кажется, любой холодильник купишь и будет работать. Ну, вроде как главный плюс электротабло, два дня пользовались, потом оно уже не нужно. Мы выставили температуру, и он показывает плюс 4, плюс 19 постоянно. Если вот нажимать на кнопки, то температура будет выставляться, но оно особо и не нужно. Так, сам холодильник издает звуки, щелчки, как будто кто-то ломает пластмассу. Ночью иногда пугает. Потом стенки нагреваются, вот тут теплые они, когда он работает. Сейчас холодильник гудит, сейчас работает. Может быть, услышите, как он работает. Так, когда включали первый раз, он работал около суток непрерывно, не выключаясь. И стенки были очень горячие. Ну, ничего не сгорел, выдержал. Потому что, ну, решетки находятся сбоку, поэтому сбоку и горячее. Так, вроде все сказал такое. Сейчас внутри покажу все по-быстрому. Так, вот. Сами закрываются. Так, вот самое раздражает то, что здесь пустота. Ну, пространство пустое. Если полочку купить, может быть, нормально будет. Так, внутри пространства для двоих хватает продуктов хранения. Полка достаточно влазит. Вся можно вынуть. Никаких претензий нет к нему. Книжка из морозилки. Претензии есть. Минус. Вытаскивается маловато. И вот это пространство очень мало продукта засовывает туда-обратно. Иногда неудобно. Раздражает больше, чем неудобно. Средний уже побольше, поудобней. А нижнее совсем маленькое пространство. Пакет зацепляется. Бывает, пакет побольше запихнешь и не вытаскивается. Ну, так холодильник вроде устраивает, работает. Так что выбор за вами. Спасибо.